Привет, друзья! Сейчас я настрою свет. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. В интернете меня знают как Ирина Агапова. Я работаю в интернете с 2013 года. Сейчас я в чат дам ссылочку на свою трансляцию. И ждем людей, когда подключатся. Интересно видеть себя на двух экранах. Дамир, привет. Ждем остальных. Роман Поздняк. Привет, Роман. Поставьте классы, пожалуйста, и поделитесь трансляцией. И напишите, из какого вы города. 7 человек уже. Так, я сейчас сама поделюсь трансляцией своей. И тоже поставлю класс. Четыре класса уже. Спасибо. 9 человек. Привет, Владислава, то есть Лариса. Дамир, привет. Шон Рун. Тема сегодняшней прямой трансляции – это работа с возражениями. То есть ответы на каверзные вопросы, кто работает в интернете – тому наверняка приходят разные вопросы, и вы становитесь в тупик, и вы не знаете, как на них ответить. Вот именно этому вопросу будет посвящена сегодняшняя конференция. Ждем еще 2-3 минутки. Поделитесь, пожалуйста, этой трансляцией с друзьями. Пусть приходят. Устроим жаркую дискуссию. Напишите, пожалуйста, из какого вы города. Ирина Дмитриева подключилась. Аюб Жони Мерзо. Алла. Всем привет. Кто еще меня не знает, меня зовут Ирина Маркелова Агапова. В интернете меня знают с 2013 года как Ирину Агапову. Но недавно я сменила фамилию, а Ирина Агапова – это уже бренд, поэтому я представляюсь двойной фамилией. Как Соколов Микитов, у нас есть такой писатель, проходит в школе. Вот я, Ирина Маркелова Агапова. Ануза, здравствуйте. Борис, привет. С какой-то аватаркой, мелко очень, не могу увидеть. Спасибо за классы. Сейчас я посмотрю тут новую функцию с рожицами. Что у нас тут есть? Так, снежинки у нас есть. Усики. Ха, прикольно. Маскарад. Так, киски всякие. Что тут еще? Андроид какой-то. Ой, ужас какой. Так, ладно, начнем. Тема нашей конференции – работа с возражениями. Работаю я в проекте «Всем миром», если еще кто не знает. За 3,5 года успешной работы я купила себе 3-ю квартиру. И путешествую 4 раза в год. Кто не верит, пусть зайдет на мой канал. Кстати, ссылочку на свой канал я сейчас поставлю под этим видео. И можете посмотреть. У меня там есть отзывы моих партнеров, плейлист. Также есть мои путешествия, плейлист. Я очень много снимаю видео по проекту. Вот сюда. Вот сюда. Вот мой канал. Вот мой канал. Вот мой канал.
но он, видимо, не кликабельный. Ладно, когда вебинар закончится, я в записи поставлю ссылку на канал. Очень часто я слышу в адрес нашей компании, наша компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге и работает уже более 5 лет. В 2016 году мы отметили первый юбилей. Так. В будущем, думаю, что я все освою здесь. Так, вы ведете трансляцию, у вас есть такие 3 точечки, на них нажимаете. Есть поделиться им сообщением. Ну, начнем. Нас 10 человек. Всем привет. Вещаю я из Ростовской области, город Азов. Очень часто слышу в адрес нашей компании, что это лохотрон. Человек вот так вот брякает это слово, а сам понятия не имеет, что такое сетевой бизнес. И лохотрон подразумевает под собой какой-то обман. И я часто говорю, вот скажите мне, кто кого в этом проекте обманывает. Если один человек оказывает помощь другому человеку, например, Ваня оказывает помощь мне, и я получаю от него $10, кто кого здесь обманывает. Вот я задаю человеку вопрос, в чем здесь лохотрон? Я говорю, один человек отправляет деньги другому человеку. Человек не знает, что ответить. Но главное брякнуть. А вот у меня соседка в 90-е годы вступила в МММ и потеряла все свои деньги. Так вот, друзья, МММ никаким образом нам не относится и в подметке к нам не годится, потому что все МММ это все пирамиды, Элеврус пирамида, что там еще, веб-трансфер пирамида, все компании, которые принимают деньги на свои счета, то есть вклады, а потом обещают выплаты с процентами, все это пирамиды. Да, вот это второй вопрос или возражение, это когда говорят, что ваша компания пирамида. Возможно, люди видят маркетинг. В маркетинге 7 уровней. Линейный маркетинг и нижний, то есть ваш информационный спонсор после оказания помощи получает $10. Остальные со 2 по 6 уровень по $5. И кто на верхней строке, на 7 получает $15. И люди говорят, вот верхи получают деньги, а те люди, которые внизу не получают. Неважно, кто когда зашел, если вы будете приглашать людей, вы будете получать деньги. Тут нет низа и нет верха. В проекте 7 уровней и... Человек после 7 уровня вылетает из сертификата. Привет, Александр. И 8 уровня нет. И люди боятся, как это меня выкидывают из сертификата, я больше не буду получать деньги. Будете получать деньги, потому что в ширину, в первую линию можно приглашать и 10, и 100, и 1000, и 10 тысяч человек и так далее. Также и ваш 2 уровень приглашает в ширину до бесконечности. И 7 уровень, от кого вы будете получать по $15, также приглашает в ширину до бесконечности. На планете живет 7 миллиардов людей, и поверьте, денег вам хватит. Вам хватит этих 7 уровней. Поэтому здесь нет верха. Кто на 7 уровне, тот уже вылетает. Поэтому верхушки здесь нет. И компания не принимает вклады на свои счета и не выплачивает их с процентами. Компания неубыточна, она имеет $5 от каждого участника. Ой, Ясон посещает прям все конференции, забыла его вчера забанить. Но вот я знаю, что рано или поздно все будут в нашей команде. Я знаю, что ты подписался, Ясон. Вот, если
будешь писать гадости, я просто зайду, тебя внесу в черный список, и ты не будешь посещать вебинары. Так. Ясон. Ну, ладно, сейчас мы его найдем. Раз человек такой упертый. Человек такой упертый. Добавить в черный список, да? Добавить. Так, ждем. Так, ждем. Так. Все, Ясон, до свидания. Ждем. Так. Все, Ясон, до свидания. Вот, продолжаем разговор. Компания неубыточна и не принимает на свои счета, принимает всего лишь $5 за активацию кабинета. Также оказывает внутренние услуги, продает услугу бизнес-автомат. Это администраторы проекта. Так, Ясон, не мешай, пожалуйста. Компания не принимает на свои счета и продает лишь услугу бизнес-автомат. Дальше. Вы знаете, что все вот эти вот пенсионные фонды, страховые компании, все это чистая воды пирамида, которую рекламируют по телевизору. Ведь пенсию выплачивают людям от вновь прибывших. Это чистая воды пирамида. Третий вопрос. И который мне люди говорят, ну даже не вопрос, а здесь же нужно приглашать. Да, конечно, здесь нужно приглашать. И делать это достаточно легко. Потому что у нас есть отличная презентация, которая работает с 2011 года. Это у нас 6-минутное видео. Сейчас еще сделали лендинги. Человек, полистав лендинг, посмотрев презентации, у него просто не остается вопросов. И приглашать тут достаточно легко. Дальше. Если вы ходите на работу в реальной жизни, вы же тоже что-то делаете. И за эту работу вам платят. Также и здесь. Если вы, например, таксист или парикмахер, вы также приглашаете людей, чтобы они к вам обращались. И цель каждого участника системы – объединить людей в стремлении помогать друг другу. Вот. Нищебродить – это грешно, конечно. Нищий человек не может обеспечить себя, обеспечить свою семью, путешествовать и иметь такое жилье и такой автомобиль, как он хочет. За 4 года я имею такое жилье. Автомобиль мы скоро купим. Весной или летом, когда сделаем ремонт в своей трехкомнатной квартире. Дальше. И, кстати, приглашать вам в скором времени уже не нужно будет. Потому что структуру вы наработаете. И структура будет вас кормить, структура будет приглашать. Но те знания, которые у вас есть, вы передадите людям, и они будут приглашать. Те люди передадут, в свою очередь, другим людям, и они будут приглашать, а вам будут идти переводы. Я особо не усердствую, я приглашаю, но я на работу не хожу уже давным-давно, уже 3 года. Я работала парикмахером 17 лет, я бросила эту работу. И приглашаю, потому что мне просто уже нечем заниматься. Путешествовать мы поедем ближе к лету, когда у нас начнутся каникулы моего ребенка. Дальше. Четвертое возражение, когда люди говорят: а ведь я приглашать не умею.
А вы вообще пробовали приглашать? И еще, кто попадает ко мне в команду, тот получает мою обучающую методику. Практически вся моя команда, кто не поленился посмотреть мои видеоуроки, тот работает. Так, Константин, чуть-чуть попозже. Тот работает по моей методике. Кого бросили, чем она вас не устроила? Парикмахером? Потому что это не пассивный доход. Парикмахером человек получает деньги, пока работает. А я наработала структуру, и если я не буду работать, вот я улетала в Болгарию с семьей, и переводы все равно продолжали поступать. И вот смотрите, ребенок, когда рождается и пробует делать свои первые шаги, он же не думает, что а вдруг у меня не получится. Поэтому, когда я вступила в проект, это был самый первый мой проект, у меня даже мысли не возникало, получится у меня или нет. Я поставила цель и идти вперед, купить квартиру. И у меня даже в 2013 году я полистала свои старенькие видео, нашла, в 2014 году, и говорила, что я живу в общежитии, и я обязательно куплю квартиру. В год я доход, Константин, не считала, потому что каждый перевод посчитать по 5, 10 и по 15 долларов и все бонусы, это очень сложно. В месяц от 350 тысяч рублей. Тем более учесть, вот смотрите, лидеры текущего месяца. Вот у нас, так, как бы это показать. Вот топ-10, если видно вам. Я нахожусь сейчас на первом месте в десятке лучших участников. И первая тройка лидеров — это моя команда. Кто-то работает сам, кто-то работает по моей методике и выходит в десятку лучших. Нас 870 тысяч человек, и моя команда попадает в десятку лучших. То есть 5-6 человек, в прошлом месяце было 6 человек. 870 тысяч, ахахах, ну умножьте 350, умножьте на 12 месяцев. Екатеринбург весь работает, не только Екатеринбург, работает весь мир, потому что проект у нас уже объединил 160 стран мира. Вот человек, как представился, без имени. Да, количество лохов, только расскажите, кто здесь кого обманывает, почему вы называете это лохами. И еще, не каждому дано работать в интернете. Вот если бы мне платили деньги, и мне бы моя деятельность, не могу ее назвать работой, это деятельность, мне если бы не нравилось, меня бы в интернете просто не было. Я бы ходила куда-нибудь на работу за оклад и получала свои причитающиеся деньги. Мне моя деятельность очень нравится. Мне нравится с вами общаться. Мне нравится с вами спорить. Мне нравится вести жаркие дискуссии. Что за бизнес лохотрон? Вот, вы пропустили, Андрей. Это первое возражение, которое мне говорили. Это вы уже в записи посмотрите, потому что я не буду возвращаться. Я же не могу здесь сидеть с вами 2 часа. Мое время мне тоже дорого. МММ новое. Нет, мы не принимаем на свои счета. И не новое, а это проект уже старенький. Ему уже 6-й год. Стартовал он 11 ноября 2011 года. В колхоз нам не надо. Нас и здесь неплохо кормят. Сейчас покажу, как кормят. Со своего смартфона я веду, поэтому смартфон моего мужа показываю. Переводы нам приходят от единого кошелька по 5, 10 и 15 долларов. Вот, от людей со всего мира. Вот это счет, последние цифры, это номер единого кошелька. Вот, эти денежки. Фира, какая разница, сколько мне лет? Мы обсуждаем здесь работу с возражениями.
Если сладко поешь, чтобы тут не сидела. У меня и так сладко. Посмотрите мой канал, я скину. Посмотрите, как я раньше жила и как я сейчас живу. Все мои путешествия посмотрите. Все мои альбомы в Одноклассниках посмотрите. Альбом с переводами у меня есть. Кому мы помогаем? Все это есть у меня на странице. Также можете найти меня ВКонтакте, Ирина Маркелова Агапова. Образование у меня есть. Родилась я в городе Куйбышеве, не в селе. Мне 40 лет. Спасибо, кто написал 34. Образование у меня среднеспециальное. Я отучилась в педагогическом колледже, отработала 2 года в школе, тратив свои нервы на невоспитанных детей, сказала, что мне это не нужно. За 5-6 тысяч я пахать не намерена. Вот. Здесь я получаю, если учитель получает сколько, 1015, может быть, 20, смотря где. Здесь, в сельской школе, у меня подруга получает 12 тысяч рублей. И это она сопровождает еще школьный автобус, ей доплачивают 1500 рублей за сопровождение автобуса. 12 тысяч зарплата. Спасибо за классы. Вы нам не нужны, конечно. Народ мы не тянем никуда. Вы же сами приходите на мою трансляцию. Не нравится, кнопочку выход закройте и забудьте. Вот, а те, кто хочет идти вперед, развиваться вместе с нами, менять свою жизнь в лучшую сторону, нищебродить не хочет, тот с нами в проекте уже давно. Андрей, вот расскажите, что значит лохотрон? Лохотрон подразумевает под собой обман. Кто тут кого обманывает? И приведите доказательства, видео или скриншоты, кто кого обманул тоже. Да, кого я обманула? Вот расскажите мне. Мне перевел человек, вот сегодня мне перевела женщина, я получила 10 долларов. И она добровольно оказала помощь. Кто кого обманул? Аргументируйте, пожалуйста, свои слова. Не просто вот брякнули лохотрон. И еще и говорите, кто кого обманул. Так, дальше. 4 разобрали. Константин, откуда у вас доход 800-900 тысяч рублей? Тут деньги не с неба падают, здесь тоже нужно трудиться. Трудиться, приглашать, общаться с неадекватными людьми. Пятое. Люди мне говорят, ой, вы знаете, проект работает с 2011 года. Надо было раньше в него вступить, а сейчас уже поздно. Все люди-то уже об этом и так знают. Люди-то уже закончились, кто хочет сюда идти. Где я таких поищу? Неважно, кто зашел в 2011 году или в 2012, или сейчас вы зайдете. Я, например, наиболее успешной стала, чем те люди, которые вошли сюда раньше меня. Хотите, я вам сейчас дам послушать одного бывшего лидера. Что он говорит, какие ты деньги получаешь и как я тебе сейчас завидую. Я, кстати, записала. Сейчас я поищу. Записала даже наш разговор с ним. Спасибо за классы. 24 человека нас слушает. Люблю споры, люблю дискуссии. Люблю, когда собираются неадекваты, которые понятия не имеют, что такое сетевой бизнес. Вот меня, знаете, хлебом не кормите, дай пообщаться с такими, как вы. Так, мои видеозаписи. Сейчас я открою мои видеозаписи. Кому не нравится, тот может просто уйти и все. Андрей, да, все в шоколаде. Я хочу теперь таунхаус. У меня есть цель, и поэтому мы с Борисом прикладываем усилия, чтобы идти к своей цели.
Вот. Слушаем. Так, сейчас. Реклама тут. Таунхаус. Это все-таки опасно. Ты уверен, что надо? Я обещал. Ну вот, послушайте, как человек мне завидует. Алло. Здравствуйте, Ирина Агапова. Так, сейчас. У вас делишки? Нормально. Да, поздравляю тебя с тем, что ты нашла отличного человечка, который... Спасибо. Так, надеюсь, будет слышно. Завистью. Вот нет, завидую черной завистью. Сейчас вот только поэтому позвонил. Сейчас завидую белой завистью. С черной завистью ты не позвонил. Понятненько. Что, когда в топе Вот. будешь? Нет, ну, ты, конечно, против тебя сейчас я, конечно, в жопе большой. У тебя там приходит по 150 там, долларов в день за счет вот этого хрена, который... Ну, Ну, а блин, я добрый могу вас... что, да, круто-круто. Я сама офигела, Нет, что он я... под Борисовка. В общем, вот такие вот бывшие лидеры, которые были раньше успешнее меня, которые пришли в проект в 2012 году, а я в 2013, я стала успешней. Дорогая моя одежда, как вы называете, себя в зеркало видела, вы пропиарить свою одежду пришли? Создавайте трансляцию, можете одеть всякие юбочки, кофточки и пиариться не за счет моей трансляции. Не ведитесь, вы можете вообще закрыть эту трансляцию и все. Да, я пиарюсь, я люблю пиариться на людях. Да, Андрей, вы правы. Я хочу, чтобы меня весь интернет знал. Кому не нравится, можете отписаться от моих трансляций. Вот. Моему мужу в команду, муж в моей команде, подключился один миллионер недавно. И он, если вы откроете топ-10, увидите Артема Плешкова. И он нам приносит великие деньги. И все стали нам завидовать. Вот так вот. А я еще полгода назад хотела, чтобы он пришел к нам в команду. Одежда, да, конечно, пропиарьте. Все ваши друзья будут... добавятся ко мне в друзья, подпишутся на мои трансляции, будут ходить, и моя команда вырастет еще. Мужа показать. У меня семья, вот написано, с кем я в браке, Борис Маркелов. Заходите на его страницу, посмотрите. У него тоже свой канал, есть свои видео. Так, идем дальше. Такое возражение я часто слышу. Шестое. А что будет, если все люди на Земле закончатся? И тогда некого будет приглашать. Друзья мои, на планете живет сейчас 7,5 миллиардов человек. Даже больше. Борис, ты на конференции, если хочешь, приходи ко мне. Пообщаемся вместе. Шторки у нас вообще еще в стадии ремонта все. Увидите, какие батареи здесь. У нас идет ремонт полным ходом. Кто смотрит мой канал и видит в заметке, я выкладываю каждый день ремонта, что делают строители. Поэтому на кухне у нас вообще сломали стену. И полный ужас. Квартира будет где-то недели через 3-4 готова полностью. Я сниму видео и выложу его к себе. Вот действительно, Андрей, кто же будет заниматься фигней, как мы? Кто будет людей учить? Все правильно. Не все люди будут в нашем проекте. И не все нам нужны. Потому что кто нас, миллионеров, будет кормить? Кто будет нас возить? Кто будет нам печь хлеб? Кто будет подметать в моем подъезде? Конечно, так не будет. Не у всех людей хватает терпения построить бизнес за 3 года. У них хватает терпения ходить на работу 40 лет. Конечно, смешно. Вы нам и не нужны.
с такими аватарками, тем более, кого вы вообще можете пригласить? Мы фильтруем. Опускать с небес на землю. Лохи в вашем проекте, кто повелся на лажу, ты сливки будешь с них снимать, это называется лохотрон. Нет, это не доказательство. Если человек оказал помощь в размере $100, и человек получил эту помощь, кто кого обманул? Одежда, я вас забаню, если вы будете писать такие гадости. Вы больна женщина на голову. Расскажите, почему. Если вот вы пишете, например, ты там то-то, то-то, то-то плохо делаешь, либо ты такая-сякая, и почему? И вот обоснуйте, почему. Вот кто-то написал больная на голову, и почему? Продолжайте, да? Бесплатно, слабо помочь, ищи каждый пук по рублю. В интернете все за деньги, Андрей. Кто работает в интернете, кто не знает, знаете. А кто знает, люди знают, что все в интернете за деньги. Да, кто как умеет, тот так и зарабатывает. Кто не умеет, тот консьержкой работает за 15 тысяч. Кто-то хлеб печет, кто-то детей наших учит. А я работаю в интернете. И вы знаете, как говорил Конфуций, наверное, он имел в виду проект «Всем миром», что найди себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. И поэтому не будет такого, что все люди на земле закончатся. Ну, если каждый человек будет в нашем проекте, то, представляете, наша компания просто станет многомиллиардной платежной системой. Конфуций говорил, посмотрите, все-все-все о Конфуции, говорил, что если у вас будет работа по душе, вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. А что я неправду говорю, скажите? Но люди на Земле не закончатся, пока на планете рождаются люди, они рождаются каждый день и умирают каждый день, поэтому проект будет работать. И компания у нас не убыточна, администрации проекта нет смысла закрывать проект, потому что они тоже с этого имеют деньги. Я прекрасно знаю директора проекта, Александр Комиссаров, замечательный человек. Вот, знаю его 4-й год, доверяю ему. Ясон, когда я умру, мои миллиарды перейдут моему ребенку. У нас бизнес передается по наследству. И еще говорят. А это незаконно. У нас с документами все в порядке. Если вы зайдете к нам на сайт. Да-да, Андрей, я колдунья вообще. Поставьте класс, и мое колдовство распространится всем вашим друзьям. Садитесь ровно и слушайте меня внимательно. Смотрите на мои пальцы, расправьте плечи и говорите: Ирина Агапова приглашает в свою команду. Андрей, если вам бы тут не нравилось, вы бы нажали крестик и уже бы давно пошли другую трансляцию смотреть, правильно? Только вы еще не доказали, что здесь лохотронного. У нас все реально. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге как общество с ограниченной ответственностью всем миром. И компания платит налоги. Мы налоги не платим. Потому что деньги дарения налогом не облагаются. И ни один закон мира не может запретить дарить деньги другому человеку. То есть деньги дарения налогом не облагаются. Поэтому я получаю финансовую помощь от людей со всего мира. Если вот открыть главную сайта. Не знаю, видно, не видно. Главную сайт открыть.
Пока не вижу ваши комментарии, у меня отвернуто все. Вот здесь вот у нас есть карта. 11 ноября нам исполнилось 5 лет. Получено людьми 6 471 тысяча. Вот Ирина Агапова, вот пожалуйста. Так, как тут видно, не видно? Вот так. Вот, Ирина Агапова сегодня получила $10. Николай Коломейцев получил сегодня $15. Это мой папа, кстати. Папе 74 года. Вот. А мой папа проработал всю жизнь в горячих точках. Полковник МВД. И ездил на четверке всю жизнь. Работал на государство. Юля, по 100 рублей вам не скинутся. А с нас не убудет. Так работайте. Вы знаете, у меня просят каждый день дать денег. Вот нищеброды, да? Дай $5. Дай $100. Тьфу! Мужики просят у женщин. Автографы просят, да. Мужчины с руками, с ногами, с голосом. У меня глухонемые работают в команде и зарабатывают больше, чем я. Мужчины с руками, с ногами и не могут 6 тысяч заработать. Годами за мной наблюдают. Сегодня женщина активировалась, которая 3 года за мной наблюдала. Вы представляете, за 3 года она могла бы собрать такую команду, уже бы точно недвижимость могла бы купить. Здравствуй, Денис. Вот так вот люди бегают по лохотронам. Дальше. Проект скоро закроется, мне говорят. Только что объясняла, что проекту невыгодно закрываться, потому что компания не убыточна. Она имеет с каждого по $5. И еще внутренние услуги продвигает как услугу бизнес-автомат. Кстати, на него сейчас скидка. Подарок $10. Еще слышу, часто мне говорят, мы наживаемся на детях. А найдите таких людей, которые будут просто оказывать помощь детям. Я много вру, Алекс. А что я вру конкретно? Я же говорю, пишите, вот если ты там такая-такая плохая, потому что, Ирина, ты врешь, я так считаю, потому что ты там обманула вот то-то, то-то, то-то. Денис, проект это всем миром, работаем с 2011 года. Официально, легально. И всем миром он стал называться, когда ввели благотворительный фонд в 2014 году. Муж у меня накормлен, и сейчас вот Борис, мой муж, он тоже находится на этом вебинаре, как раз над вами написал комментарий. И говорят, вы наживаетесь на больных детях. Вы знаете, что это называется партнерский фандрайзинг? Фандрайзинг – это деятельность, направленная на привлечение средств на благотворительность. То есть от каждого участника $50 идет в фонд помощи детям. Остальные нам на зарплату. Почему я плохо выгляжу? Что во мне не так? Что, у меня глаза не накрашены, волосы не накрашены, помада не подходит. Почему я плохо выгляжу? Надо обосновывать. Ясон, я не успеваю читать все комментарии. Лицо кривое. Может, у вас глаза косят? Маргарита стриглась раньше. Я тебе верю. Вот. Даже... Да, я работала парикмахером и бросила свою парикмахерскую деятельность, потому что я перешла работать с головой в интернет. Миллионерша. Ткани вокруг. Я же говорю, что мы делаем ремонт в трехкомнатной квартире. И на канал жалуйтесь. Везде идите жалуйтесь. И в прокуратуру сходите. Не забудьте тоже, да. Много морщин. Уставший вид. Не знаю. Как вы живете?
А, ну давайте, Константин, прогулочку сделаю. Пойдемте. Поставлена дверь. Около 12 тысяч она стоит. Пойдемте дальше. Полов у нас еще нет, потому что у нас идет ремонт. Натяжные потолки. В туалете пока что ужас. Вот так вот. Скоро будет все красиво. Дочкина комната с новыми дверями. Откосы еще будут ставиться. Можно к тебе? Моей дочке поздоровайся. Спрашивали, покрасили волосы? Так, где ты тут? Дочки купили кресло за 10 тысяч рублей. У каждого свой ноутбук. Купили стол за 7 тысяч. Пока не могу я читать. Шторы еще не купили, потому что еще откосы не готовы. Поклеили обои, выровняли стены, натяжные потолки у нас. Новый шкаф, новая мебель. Для чего веду свои трансляции? Чтобы вы вступили в проект «Всем миром» и... О, это у нас зал. Пока еще не готов. А это вот кухня. Мы сломали вчера стену. И здесь мне сделали короб, чтобы я хранила свои баночки с томатиком, с огурчиками. Померили мне кухню. Провели еще две розетки. Здесь будет вытяжка. Квартира у меня 66 квадратных метров. Вот такой вот длинный коридор. И вот такой вот смайлик. Это Федя. Когда я выхожу, говорю Феде привет. У меня всегда хорошее настроение. Кто не поймет, что тут происходит... Ну, уже трансляция у нас заканчивается. Кто поздно пришел, это у нас работа с возражениями. Люди не верят, что в проекте «Всем миром» можно заработать деньги. И мы тут ведем дискуссию. 57 человек нас смотрят. Спасибо за классы. Поделитесь трансляцией с друзьями. Вот теперь отвечаю на ваши вопросы. Кстати, объявляю акцию. Акция будет длиться 4 дня. У меня в статусе есть ссылка на мой проект, на наш проект. Первые 3 человека, кто зарегистрируется, у меня есть 3 пин-кода номиналом $5. Я их продаю по 200 рублей. Кто зарегистрируется, первые 3 человека, тому я подарю 3 пин-кода на активацию кабинета. Будет происходить так. Вы регистрируетесь. После того, когда закончится трансляция, обработается запись. Пишите в комментариях свою фамилию. Кстати, при регистрации указывайте свои реальные данные. Никакой не Вася Пупкин, потому что... Вам придется проходить верификацию. И если вы укажете не свои данные, вы не сможете пройти верификацию и вывести деньги. У нас все серьезно, поэтому верификацию надо проходить. Кто прослушал, еще раз говорю. Кто пройдет по моей ссылке в Одноклассниках, жмете на ссылку, слева будет слово «присоединиться». Кто не знает, как работает проект, смотрит презентацию, как работает. Первые 3 человека, когда закончится трансляция, обработается запись, пишите фамилию, имя, я зарегистрировался. Добавляйтесь ко мне в Skype, я напишу мой Skype Ира Бизнес. Пин-код это я вам дам, в личку напишу, это 12 цифр. 12 цифр и ваш кабинет активируется. Вот 3 человека, кто первый это сделает и отпишется под этой записью, тому я подарю пин-код. Либо в Одноклассники напишу, либо в Skype напишу. Вот теперь я читаю все
ваши вопросы банчить наркотой, и не успела я прочитать. Не лучше ли пойти поработать? Идите поработайте. Я не хочу работать. Люди не верят, ничему не научены. Да, пусть не верят. Помедленнее я записываю. Разводите лохов, ну разводите. Где ваши трансляции посмотреть? Что за организация? Трансляции, можете подписаться на мои трансляции. Ой, не успеваю. Заработала много, 3 квартиры. Я вам показала только что свою 3-ю квартиру. МММ принимали на свои счета. Нас не принимают на свои счета. Компания. Деньги распределяются сразу на кошельки участников. Александр, и обосновывать, и ты умная, или как, и Евгения, с халявщиками мы не дружим, работайте. Вы прикалываетесь или тупите, Ирина вам объясняет конкретно и реально, и Тина в моей команде, она прекрасно знает, что проект работает. На русалках больше заработаю, идите работайте. Ха-ха, что ха-ха. Подружимся, у меня муж есть. Зачем мне дружить? На вопрос умная или как, ответьте. Была бы дурой, жила бы в коммуналке до сих пор. Знаете, меня за 3 года как только не оскорбляли. Когда я вступила в проект, мне родственники и знакомые говорили: «Ира, дура, куда ты лезешь? Это же МММ! Вспомни 90-е! Ты потеряешь свои деньги!» Мой скайп — Ира Бизнес через букву Z. Ваша ли квартира? Я в первой своей трансляции показывала документы на квартиру. Это не бесплатно сыр в мышеловке. Здесь надо работать. Сплю и про проект говорю, даже во сне, да, Андрей. Максим, а что накурилось? Вы не верите? Сколько надо вкладывать деньги? $105. В общем, про акцию, кто не слышал, первые 3 человека, кто зарегистрируется и мне отпишется, когда обработается запись в трансляции, тому я подарю пин-код номиналом $5. 3 пин. Лохи клюют, люди деньги зарабатывают. Кайфово, не надо задавать такие вопросы, вопросы по проекту. Работаю с 2013 года. Участник? Нет, нас 870 тысяч человек. Рекламирую свой крупный заработок. Да, я хочу привлечь весь мир в свою команду. Алекс, и обосновывай. Курица, ты бестолковая. И почему? Вот так же мне и знакомые говорили. Это секта. Да куда ты лезешь? Да проект скоро закроется. А проект не закрывается, работает уже 6-й год. Ну, кто как выглядит, это уже не вам решать. Давайте отвечаю на ваши вопросы, и через 5 минут будем к акции переходить. Буду обрабатывать запись. В месяц я имею более 350 тысяч рублей. Демонстрацию счета уже я делала. 105 тысяч человек. Работа проекта. Мы помогаем больным детям, за это получаем деньги. Я не вру. Может, кто пропустил? На моем канале вы найдете все мои доходы. Вот кто, может, пропустил. По 5, 10 и $15 приходят от единого кошелька оповещения. Мы их внесу 105 баксов, получу пин. Нет, вы получите пин, если зарегистрируетесь. Первое, получите от меня пин и окажете помощь. Если не окажете помощь, $100 переводы получать не сможете. Но у кого активированный кабинет, если под вами еще кто-то активирует за $5, вы получите на свой единый кошелек $1.
Да, муж в команде с 2012 года. Вот спросите себя, если мой муж в команде с 2012 года 5 лет, а я 4 года, если бы мы тут не зарабатывали, мы бы 4 года тратили бы? Подумайте головой. Роман, пишите мне в личку, потому что тут очень жаркая дискуссия. Что нужно делать? Приглашать людей, получать переводы. Детям перечисляется система, автоматом перечисляет, Вячеслав. Шестой год строимся. Пирамиды запрещены законом. Зачем свой киви светить? Никто вам денег не даст. Спасибо за классы. Поделитесь трансляцией. Подпишитесь на наши трансляции. Доход с чего? От людей со всего мира. Люди оказывают помощь. $100. Мне идет доход. И детям идет доход. Начинают зарабатывать. Фил, наш сайт www.ru. Зайдите, посмотрите отчеты фонда. Не хочу работать, как все люди, честно. Люблю лежать на диване и сидеть в своем удобном кресле. Почему подвох? Если проект работает шестой год, где подвох? Вы думаете, что мы шестой год всех обманываем? Галка «Зарабатывать», ссылочка в статусе. Проходите регистрацию, оплачиваете $5. Привязываете единый кошелек к аккаунту. Оказываете помощь $100, получаете свою уникальную ссылку бесплатно на один год. И по моей методике приглашаете людей. Методика у меня стоит 750 рублей, 40, более 40 видеоуроков. Если сами знаете, как работать, можете не покупать методику, работать самим. В любом случае, мы вас добавим в свой активный скайп-чат и будем помогать. Евгения, золото я не люблю, у меня на счетах лежат деньги. Я вкладываю в недвижимость, а золото я не считаю, что это какая-то драгоценность. Люди детям перечисляют, и мы карманы набиваем, да. Помогаем детям и получаем за это деньги. И в этом постыдного ничего не вижу. Кармелиту посмотрите, конечно. Ну вот Равиля пишет, проект реальный, она тоже получала переводы уже. Сколько обманули людей, а почему мы должны их обманывать? Вы считаете, что проект работает шестой год и обманывает? Напишите, кто сколько зарабатывает. Вот в проекте «Всем миром» у нас Кристина Минкина получила iPhone неделю назад. Алекс, я никому денег не даю. Если есть руки, ноги, иди зарабатывай. Кроме твоей красноречивости, нету. Да, я провожу трансляции. Сплю, просыпаюсь ночью, уже смс-ка пришла о переводе. 14500 кто-то получает. Зарабатываю по квартире в год. Молодец. А каким образом? Доход платит компания. Нет, не компания платит доход, люди оказывают помощь. Сколько троллей? Знаете, кто это троллит? Те, кто сидит где-нибудь там, охранником работает, 1000 за 15, и пишет тут. Тот, кто завидует. Вот я сон, пишет, завидует. Очередной лох повелся, да? Гарантии, какие вам нужны гарантии? Вы даете гарантию, что вы проект не бросите и будете работать и приглашать? То, что, гарантия то, что проект работает 5 лет, легальный и не закроется. Антон Мавроди принимал деньги на свои счета. У нас компания не принимает деньги на свои счета. Деньги идут сразу на единые кошельки участников. Александр, сиськи-письки мы здесь не показываем. Для этого есть отдельный сайт. Идите туда. Здесь мы обсуждаем
Проект «Всем миром». Если вложил куда, я убегу. Ну, будете работать по моей методике, будете получать переводы на свой единый кошелек. Александр озабоченный. Наберите какой-нибудь сайт, вам там все покажут за отдельные деньги. $500 000 получаю в месяц. На чем получаете, если не секрет? Да, киви. Полы надо доделать, да. Сколько в месяц дадут от $105? От каждого приглашенного будете $10 получать. До 7 уровня. Вы пригласили Таню, от Тани получили $10. Таня пригласила Ваню, от Вани получили $5. Ваня пригласил Петю, от Пети получили $5. Будете на 7 строке у кого-то в сертификате, будете получать $15. Да, с дочки краску смыли, да. С Новым годом тоже. Адманщики. Конечно, мы 6-й год всех обманываем. Пока вы тут спорьте. 96 человек. Какая у нас горячая дискуссия. Полы делаем. Кухню надо доделать сначала. Если не придет никто, так что потеряю. Никого не пригласите, ничего не заработаете. Под лежачий камень вода не течет. Мана небесная с вас, с неба на вас падать не будет. Мы без обмана и работаем, конечно. Так. Пока будет идти презентация, я не смогу прочитать ваши комментарии. Показываю вам, как работает проект. Все гениальное просто. Ставьте себе, что все люди на Земле подарят вам по 1 рублю. Им это будет несложно. А вы в одночасье станете миллиардером. Здорово. Вопрос лишь в том, как побудить их это сделать. Все гениальное просто. Став участником программы развития общественной благотворительности «Всем миром», вы будете ежедневно получать на свои счета сотни денежных переводов. И не по 1 рублю, а по 5, 10 и даже $15. Люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги. Цель программы – объединить миллионы людей в стремлении помогать друг другу. Присоединиться к программе «Всем миром» можно только по пригласительному сертификату одного из участников. При регистрации вы оплачиваете... От такой дискуссии, конечно, тут все зависнет. Минута 0-2.
Марина Бабушкина, если 105 баксов нет, вложения не пропадут. А если вы ничего не вложите, как они могут пропасть? Зависло все. Объединить миллионы людей в стремлении помогать друг другу. Присоединиться к программе «Всем миром» можно только по пригласительному сертификату одного из участников. При регистрации вы оплачиваете $5 за обслуживание личного счета в системе, а также оказываете финансовую помощь другим участникам в размере $100. Эти деньги направляются на счета людей, чьи имена указаны в очереди пригласительного сертификата. $10 поступают на счет того участника, чье имя расположено в нижней строке сертификата. По $5 на счета 6, 5, 4, 3 и 2 человека в очереди. $15 на счет человека, находящегося в верхней строке. $50 поступают на счет Международного благотворительного фонда помощи детям всем миром. Из пригласительного сертификата система формирует ваш личный сертификат, подставляя ваше имя в нижнюю строку. Остальные имена в очереди при этом поднимаются на одну строку выше. Сертификат можно распечатать и передать в виде приглашения любому человеку. Также у вас имеется персональная ссылка на сайт «Всем миром» для приглашения в интернете. Каждый раз, когда по вашему пригласительному сертификату регистрируется новый участник, на ваш счет автоматически поступает $10, поскольку ваше имя находится в нижней строке очереди. При этом из вашего сертификата формируется личный сертификат нового участника, в котором ваше имя поднимается на строку выше. По сертификатам приглашенных вами людей регистрируется... Иду. Вот такая вот жаркая дискуссия. Все висит. Хулиганочка, пришлите мне немного денег. Идите, работайте. Будете регистрироваться, она богатеть. Так вы зарегистрируйтесь, окажите помощь, и вы богатеете. Кто вам не дает? Смотрите, что мне сегодня пришло. Угадайте, что у меня тут. Угадайте, что в этом черном ящике. Какашки. Женя, какая ты умная. Смотрите. Нет, не процессор. У меня моноблок. Что может богатый человек себе заказать для дома в помощь? Угадайте. Не верите, что помощь детям идет? Ну, зайдите на сайт, посмотрите все отчеты фонда. Съездите в Питер, в наш офис. Ой, открыть что ли? Аж самой не терпится. Вам интересно, что в черной коробке? Открываю. Круп. Я из Азова. Я хозяйка трансляции. Пылесос, правильно, Антон. Но не простой пылесос. Это не просто пылесос. Нет.
Нет, не говорящий. Открываем. А что тут у нас? Ой, какой тяжелый. Что это? Ох, одна я и не вытащу даже. О, достала. Это робот-пылесос. Вот такой подарок я себе сделала. Этот пылесос будет у меня сам ездить по квартире. Я ему задам расписание. Он будет сам становиться на зарядку. Сам будет пылесосить. Сам будет полы мыть. Вот так вот. До чего техника дошла, да? Ладно, народ. Прощаюсь я с вами. Пойду пылесос осваивать. Всем пока. Спасибо за классы. Спасибо, что вы пришли. Когда будет следующая трансляция, я не знаю. Стоит он 22 тысячи. Ну, 10-15 стоит самый простой, который не моет. Этот стоит подороже. Все, всем пока. До новых встреч.